Всем привет, с вами Алекс Ки. Сегодня был на благотворительном мероприятии, где мне подарили одну очень интересную вещицу. Называется она Катабокс. Вот так она там выглядит. Это гаджет для кошек и котов. Сам я ее не открывал, поэтому вместе с вами сейчас посмотрим, что там внутри, для чего это вообще надо. Поехали. Так, на коробке очень интересный принт в виде котят, пухляшей с мячиками различными. На ней написано, значит, что начало использования, я так понимаю, это дни недели. Инструкция. Так, связано все это бечевкой. И вот где инструкция, на торце написано, как ей пользоваться. Так, завязано довольно-таки туго. Тот, кто завязывал, явно постарался. Так, это мы пока отложим в сторону. Так, разверните. Так, здесь... Ой. Здесь вышла инструкция. Так. Внутри инструкции... так что это Катабокс? Значит, здесь лежит небольшая инструкция, написано. Катабокс является полноценной заменой обычного лотка. Поставить его надо на привычное место, где у вас домашнее животное ходит в туалет. И обязательно надо убрать предыдущий, чтобы он был недосягаем для кошки. В таком случае кошка просто не понимает, что стоит замечательный девайс для нее. Ну, я так понимаю, то, что просто кошка будет по привычке, по старой, искать, где ее старый лоток, потому что, ну, животное привыкает, да, вот. И в дальнейшем, как только кошка привыкнет или кот привыкнет к Катабоксу, в дальнейшем можно, вы можете поставить Катабокс в другом удобном для вас месте, а также выбрать вместе с кошкой, куда вам его поставить. В отличие от... Кстати, действительно, в отличие от обычного лотка, выглядит это намного привлекательнее. Полноценный домик для кота. Так, у нас еще здесь есть одноразовые совочки. И такие вот бумажные, ультрамодные, особенно для Европы, теперь и для нас. Кстати, в пакетике еще одна лопаточка для кокошуй. Таких у нас пакетиков. Так, сейчас достанем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь пакетиков и три дополнительных совочка. Так, что же еще здесь написано? Что каждый Катабокс содержит абсолютно свежий наполнитель. Необходим этот данный девайс котом использовать или кошкой в течение одной недели, ну, как написано наверху. Внутри наполнитель удерживает запах. Так, что у нас внутри? Внутри у нас белая какая-то фигня. Вот такая вот фигня в виде наполнителя. Ну, достаточно много насыпано. Надеюсь, рука у меня после этого не отвалится. Вот. Также дали вот такой большой пакет. Сказали то, что как только пройдет 7 дней, необходимо будет аккуратно сложить так же, как мы разбирали.
в этот пакет и унести на мусор. У нас есть летчик-испытатель Алиса. Вот как раз она здесь у нас в кадре. Только сегодня она что-то не в духе и не хочет. Не хочет сниматься. Ну, а если вам понравилось видео и вы хотите увидеть отзыв Алисы, и если это видео наберет 300 просмотров, то я обязательно выложу продолжение этого видеоролика. Увидимся. Пока. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Пока, пока. Всем пока.